истины просвещая, освещая всякого человека, грядущего мир на знамен станции лица Твоего, дарним же свет неприступный, и исправи стопы наших дел не заповеди Твоих, молитвами причистия Своей Матери всех святых Твоих. Просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли, не так же ли и поступаете язычники? И так, будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный. Будьте совершенны, как Отец ваш совершен, как Отец ваш Небесный. Святитель Иоанн Златоустый говорит: наконец, все это повеление Спаситель украшает прекраснейшим венцом, говоря: молитесь за обижающих вас и гонящих вас. И таким образом возводит учеников своих на высочайший верх любомудрия. Как терпеть за ушение есть высший подвиг, нежели быть кротким, отдавать рубашку и верхнюю одежду есть дело более важное, нежели быть милостивым, переносить обиды есть высшая добродетель, нежели быть праведным, сносить побои и не противиться, когда понуждают идти, значит, больше, нежели быть миротворцем, так и среди гонений благословлять гонящего гораздо важнее, нежели быть гонимым. Видишь ли, как он мало-помалу возводит нас на самое небо. Итак, чего будем достойны мы, которые получили повеление ревностно стараться об уподоблении себя Богу? И между тем, может быть, еще и не сравнялись и с мытарями даже. В самом деле, если мытари и грешники, и язычники любят любящих, а мы этого не делаем, а не делаем мы этого, когда завидуем доброй славе наших братьев, то какому не подвергнемся наказанию, будучи ниже язычников, тогда как должны быть превосходнее книжников? Как же, скажи мне, мы можем узреть царство? Как взойдем его священное преддверие, будучи ничем не лучше мытарей? На это указывает Спаситель, говоря: не то ли же делают и мытари? Что особенно удивительно в учении Христа,
Так это тот, что награды за подвиги он предлагает повсюду в великом множестве, обещает подвязающимся, что они и узрят Бога, и Царство Небесное наследят, и будут сынами Божии, и подобными Богу, и помилованы будут, и утешатся, и получат многую мзду на небесах. А если где нужно было упомянуть о прискорбном, то упоминает об этом кратко. Так что имя гиены, например, он употребляет в столь продолжительной беседе всего лишь один раз. В других случаях он исправляет слушателя короткими вразумлениями, убеждая его более увещаниями, нежели угрозами. Аминь. Они все, Господь. Так, Виталий, велосипед мой возьми, положи в него и веди его. Так, братья, где братья наши? Ну туда выйдем за ограду, пойдем. Я здесь, я сделаю кратко, что там мне. Значит, это, половина лета прошло, братья. У нас дров нет еще. Надо как-то хоть по полчаса в день каждый приходить и поколоть дрова. Иначе потом будут сырые дрова, и мы ничего не сделаем. Давайте, как-то за эту неделю надо сделать дрова с дровами. Все, у меня все. Кому вы говорите-то? Виктор, Игорь? Виктор, Игорь. Виктор, Игорь. Игорь. Кому? Знаешь, мы сегодня с утра... Снимай, гляди внимательно, идет. Не нажми, только не выключи. Смотри, чтоб ты как бежать. Готовила, блин, это заморозила в брикетах. Ой, я говорю, ну две недели сюда. Они на скамейку сидят. Смотри глазами. Интересные моменты, где идет. Представь себе, как Павла прыгал. Посмотри, подвал там все показывает. Маленькие объявления. Вот такой журнал называется «Душа. Православный сборник для всех. Встреча с Господом». Ну, по моим рассуждениям, дедским, журнал очень хороший. Прислали, пожалуйста. Это новый номер. Так, Потеряевский. Июнь 2016 год. Есть еще? Так, держите. Почитаем. Так. Журнал хороший, помолитесь за этих людей. Кто желает, пошлет, они бесплатно распространяются. Так, просьба завтра на занятие, в час дня. Глушков просил пораньше сделать, но я вот не знаю. Как? Глушков Игорь просил делать пораньше. А где он, Игорь? Но он утром приезжает всегда, да? Ну, приедет завтра. Пораньше просил? Он просит, говорит, делайте пораньше, не в час. Ну, да, нам тоже пораньше удобнее. Или неудобно? Неудобно. Ну, давай. Ну, после суммы не успеваешь ни сготовить, ничего не управлять. Ну, он просто попросил, но я передаю просьбу. Нет, нет, не надо. Ну, пока просит, парируй. Сейчас нормально. Глушков, что он под Глушкова поделается, Лена? Его нет сегодня, почему нет? Нет, ну я передала просто, что Все. Он просил пораньше нет. сделать. Сейчас. Значит, на занятиях я принесу макет, какой могу сделать.
покажу, в чем затруднение у нас очень большое здесь возникло. Это вас всех касается. Придите все. Мне нужен совет. Я уже в интернет запулил там, помогите разрешить, не могу один вопрос. Как сделать первый мостик? А этот вопрос он даже сон потерял. По первому мостику. Я догадался. Догадался. Ну, у нас гости приехали, добавка в лагерь. Вам знакомы все? Это по день гости. А где Володя Пащенко? Это уже свои, постоянные. Постоянные. Так, сегодня я на поле был, смотрел, там Терентий пересеивает как. Ну, машина у тебя хорошая. И тракторист хороший. Поглядел. Ну, еще съездили суд-то, хоть пару слов. Пару слов. Все отрицает. Он говорит, я гречку не брал. Гречки у него вообще нет было. Он зашел и только взял пшеницу, расписку, больше ничего это, говорит, не было. Я так написал. Шутя. Для образца. Я его попросил, чтобы ячмень куда-то в город я хочу в долг кому-то продать. Врет, все, все врет. Ну, все. Ничего. Мы еще сегодня считали, мы, если должен, еще из-за того получается. Ничего, отдать, как наша мать говорила, на тебя ради Христа, как милость-то не как пускай милость-то будет. Но они будут дорасследовать, да, дальше. Им сейчас смотреть. Уже оставить нельзя. Не... Обязательно надо. Колесо закрутилось. Отдать. Дальше Пай. Будет видно, где. Так, они сейчас его ложь по пунктам будут разбирать просто. Да. Им уже нельзя остановиться сейчас. Понимаете, дело-то зафиксировано. Они должны какое-то делать, что там. Слава Христу. Господь все усмотрит. А ты так где, что мы делаем? Парами расправляйся. Андрюша, где Андрей? Сюда. Подойди. Посмотри, что у него есть. Сейчас же пойди к тете бабе Наде, пока не зашьешь. А чтобы почисти маленько ему. Разорвали. Все, бери двоих, вот уходите. К бабе Наде. Потом бегом только быстрее. Так, сегодня у нас костер. Костер. На костер приходите. Кто на костер желает? Заходите. Пошли. Сегодня, ну во сколько? Сейчас тут коров пригоните. Какой вы? На костер приходите все. Игорь, гитары не приходите. Сегодня? Сегодня, да, сегодня. Сегодня, ну, уже мы отправили, там костер готовят. В пятницу не хватало одного человека, а сегодня он прибыл. Сколько? У нас 11 было детей, а тут сейчас больше. Вот так. Вот Тихонович, вам не жарко в голове? А то может постричь вас? Да ты чего ради? Ты чего, еще нету тут. У меня волосы тоже не растут. Жарко, как может жарко быть лысой голове? Но я приезжаю, у меня Галя осенью один раз стрижет, мне хватит этого. Ну понятно, ладно. Батюшка, на костер! Как Ян Гус говорит, гус на костре. Надежда Васильевна пошла. Не, вернись, Надя! Бери ребятишек и скорее отпусти, не ходи ты никуда, не искушайся. Иди скорее, почини, очисти. Не бей, подходи ко мне, пожалуйста, не у подходи. У меня нет, нечего. У меня нечего есть, мне молочку хотя бы взять, зайти. Иди с Богом сначала шею потом и отпусти моих ребят. Какие-то причины, молочки. Тебе сказали, что сделать, ты сделай, как для Бога. Ходит по дворам это. До того не люблю вот это. Ну, кому мне надо молочку туда? Взять, а я как по дворам не пойду? Магазин, вот там дают, дают. Понимаешь, на весь мир говоришь. Навек. Смирения если нету, то вот так и будет. Мы просим-то не своего, а Божьего. Все, отключай.